Аве, кодер! В этом видео мы поговорим о такой полезной вещи, как уникальные идентификаторы и пути генерации в Postgres. Так что ставь императорский палец вверх, подписывайся и бей в колокол, а мы начинаем! А для того, чтобы работать с уникальными идентификаторами в Postgres, необходимо установить соответствующее расширение. Давайте обратимся к списку всех доступных расширений для Postgres. Пишем select from. И для этого нужно pg available extensions. Это список всех доступных расширений для Postgres. Как мы видим, здесь их очень много. Они выведены в алфавитном порядке, поэтому нам надо проследовать самый низ списка, где нас будет ожидать UUID. Чтобы выбрать и установить это расширение, необходимо набрать следующую команду. Давайте я увеличу. Пишем create, создать extension, расширение. Если оно уже не существует в нашей системе, if not exist. И далее имя, в нашем случае это UUID, имя из первой колонки, и он установит по умолчанию самую последнюю версию, которая на данный момент 1.1. Как мы видим, все успешно установлено, и мы можем начинать пользоваться. Но не будем верить на слово, давайте перепроверим, что мы действительно установили расширение. Снова сделаем выборку и проследуем самый низ. И как мы видим, вот третья колонка, отвечающая за то, что у нас уже есть в системе, говорит, что у нас установлена версия 1.1. Теперь для того, чтобы посмотреть, какие же функции у нас есть в нашем расширении, мы набираем /df. И как мы видим, здесь перечень функций, возвратный тип. И нас интересует, в частности, UID Generate Version 4. Это настолько рандомно сгенерированный UID, что шанс встретить еще один такой же UID-шник будет примерно как шанс того, что вас в подъезде убьет лошадь. Теперь пишем select UID Generate Version 4. И поскольку это функция, не забываем про скобки. И вот мы получили рандомный ID-шник. Теперь весь смысл того, что это функция, мы можем подставлять ее прямо в наш SQL-запрос. Например, давайте создадим простенькую таблицу паспорт. Пишем create table паспорт. И, скажем, она будет содержать несколько полей. Первый будет у нас номер паспорта. Давайте вот для него как раз и будем использовать UID. Серийный номер типа UID. Он обязательный к заполнению. И это будет наш основной ключ, primary key. Затем, скажем, у нас есть дата выдачи паспорта, она будет типа дата, также обязательно к заполнению, not null. И скажем, дата, когда у паспорта выходит срок, тоже будет типа дата и тоже будет обязательно к заполнению. Ну и, собственно, завершим все это страной выдачи. А вот типа varchar. Ну и, скажем, дадим 150 символов. На случай, если попадется, не знаю, Папуа Новая Гвинея. Также обязательно к заполнению. Создаем табличку.
И теперь давайте посмотрим. Четыре поля. Все чин по чину. Давайте попробуем теперь ее заполнить. Пишем insert into паспорт. Теперь поля. Паспорт serial. Дальше issue date, expire date, country of issue, и теперь займемся значениями. Итак, на место паспорт serial мы подставляем функцию UID generate version 4. Ну, а остальные данные мы будем генерировать рандомно уже в собственной голове, без функций. Скажем, вот как-то так. 2020 год. Для нашего примера здесь даты не имеют абсолютно никакого значения. Главное, чтобы формат даты соблюдался, но мы никакие другие ограничения не ставили. Ну и как, собственно, я мог забыть про кавычки? Необходимо поместить страну и даты в кавычки. Функцию оставим как есть. И посмотрим. Итак, нам выдал ошибку, как вы помните, формат даты должен быть в американском стиле, то есть идет год, потом идет месяц и потом идет сама дата, а у нас получается 19 месяц. Естественно, такого нет, поэтому выдает ошибку. Ну что ж, бывает, очистим экран и перенабьем дату. У меня местами месяц и, собственно, дату. Теперь у нас все должно сработать как надо. Вставка произошла. Давайте посмотрим на нашу таблицу паспорт. И, как мы видим, вместо серийника у нас сгенерировался автоматический UID. Ну, так, в принципе, это и работает. Это было последнее видео в курсе Postgres для начинающих, так что ставь императорский палец вверх, подписывайся, бей в колокол. А с вами был Ви, спасибо и до новых встреч!